Всем привет, уважаемые друзья! И сегодня я вам хочу показать еще город Сочи. Путешествуем снова. Сейчас мы находимся возле памятника Михаилу Архангелу. Красивое место. Покажу вам сейчас аллею. Покажу много всего интересного сейчас. Вот меня заинтересовало, гляньте, что тут такие красивые барельефы вообще. Где я тут увидела? Вон, гляньте, раз такой. Ну, написано, это студия бутик. Вот так оформлено. В интересном таком стиле. Все в цветах, все. Со скольки оно работает, не знаю. Оно закрыто все. Вот, ребята, смотрите, как интересно. Ну, мне интересно, потому что у нас вот таких именно мест нет, с такими вот всякими заморочками, можно сказать. Ну, так, по-простому я вам говорю, да? Кстати, покажу сейчас вам дом. Жаль, его не видно всего. Вот этот дом, где стоимость квартир составляет от 10 миллионов. От 10. И стоимость проживания в сутки здесь 10 тысяч. Представьте. Гляньте, какая прекрасная лесенка, не знаю, куда она ведет. Интересные тоже львы такие. Какое-то, по-видимому, заведение там пищевой промышленности, потому что несут продукты, я туда вижу. Бистро, наверное, какое-то. Ну, сейчас вернемся назад, и я покажу вам прекрасную аллею, которая тоже меня впечатлила, ребята. Как впечатлили экзотические всякие растения. Причем по всему городу, кругом они есть. Вообще кругом. Думаю, будут моим друзьям и просто гостям моего канала интересно, потому что среди моих подписчиков есть такие люди, которые серьезно занимаются вот такими вопросами. В плане садоводство, цветоводство. Вот это платаны какие, пальмы.
сейчас спустимся по прекрасной аллее. Архитектурное дизайнерское решение тут вообще. В этой аллее мы еще, собственно, в начале тут ничего такого, тут все просто. Дальше. Дальше очень красиво и очень мне понравилось. Здесь как бы дом, и здесь ничего особенного нет. Но через десяток шагов будет интересней. Просто. Жаль, конечно, жаль, что шум города присутствует, но ничего не поделаешь, ребята. Это центр города, и здесь движение такое. Город огромный. По побережью 70 километров протяженность. Это так, для общего развития. Может быть, кто не знал этого, и может быть, кому-то это будет интересно. Мне, например, интересно такое. Заходим, ребята, на аллею. На аллею, которая мне очень-очень понравилась, поразила. Там, ну как, не поразила, а впечатлила, да? Впечатлила. Гляньте, с чего колонны сделаны. Вот они, колонны. На протяжении тут еще к низу. Идет вот такое, да? Гляньте. Вот они, колонны. Вот они с другой стороны. Обвиты лианами. Сегодня как бы пасмурно и еще рано. Как бы и народу мало. Вчера хотела снять, но у людей было много. Думаю, не каждому это понравится. Но показать своим подписчикам такое. И просто гостям канала. Прекрасное зрелище. Я люблю такие виды вот всякие. Как растение тут называется, я понятия не имею. Потому что, ну как, в этом я дилетант. Есть у меня девочки, которые разбираются в этом, которые у меня есть на канале, я у них есть. Любят это. Всякую экзотику. Я так только визуально. Люблю посмотреть, но знать не знаю. Вижу, что колонны, вижу, что лиана. Вот колонны обвиты лианами. Причем разными. Вижу, листья разные здесь. У этих лиан. Ну вот, смотрю, конечно, на вот это. Сперва при въезде в город, честно скажу, меня не впечатлило. Как-то все архитектурные эти решения у них одно на одном. Но потом уже приглядевшись и поснимав всякие виды, ракурсы, увидела, что это красиво. Гляньте, какие. Потому что детский, это
тут чуть-чуть неровно. Конечно, в некоторых местах дороги тут не лучше наших, скажем так, не лучше. Ну, может быть, это связано потому, что здесь строится постоянно все, инфраструктура развивается, не успевают. Я только на это вот списываю. Потому что в основном, особенно между новыми домами, там дороги не очень. Центрально, конечно, где ездят автобусы, все в порядке с асфальтом. А так вызывают какие-то вопросы. Ребята, времени нет вообще не загружать, что-то поздно так приходим. Вчера снова ездили по гипермаркетам, там готовились к школе, можно сказать. Ну, куда меня берут, туда я и еду. Но уже снимать не стала, у меня вчера сел телефон. Естественно, я не смогла, не могу вам не поотвечать, но я всем, ребята, кто меня смотрит, кто мне пишет, я каждому из вас отвечу. Я не ставлю сердечко потому, что я, если ставлю сердечко, значит, я этого человека просматриваю, пишу что-то, ставлю, естественно, лайк. Каждому отвечу, и каждому, это уже скоро, после, не знаю, в 20-х числах я буду дома, видимо. И буду отвечать на ваши комментарии, смотреть ваши видео. У всех, кому я задолжала. Сейчас пока не успеваю физически. Потому что живу не в своем темпе, а в темпе своих детей. Куда они, туда и я, как хвостик. Сниматься, конечно, они не хотят, извините. Ну, как бы. Так, ну вот, мы дошли до конца аллеи, ребята. Спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Всем хорошего и доброго. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем, ребята, пока!